лошадь купила четыре галоши. Лошадь купила четыре галоши? Пару хороших и пару поплоше. Пару хороших и пару поплоше? Лошадь купила четыре галоши. Ну и ну. Если денек выдается погожий, лошадь гуляет в галошах. Лошадь в галошах? Лошадь в галошах. Лошадь гуляет в галошах хороших. Ого! Ну и ну! Стоит просыпаться первый пороше, лошадь выходит. В галошах хороших, да? Нет, лошадь выходит в галошах поплоше. Если же лужа по улице сплошь, лошадь гуляет. Гуляет в галошах, да? Нет, лошадь гуляет совсем без галош. Как? А вот так. Что же ты, лошадь, жалеешь галоши? Разве здоровье тебе не дороже? Шел один бегемотик. Один одинешенек. Совершенно один. Когда он встретил много-много муравьев и увидел, как весело они суетятся, он подумал, что ж, конечно, ведь их так много. Но бегемотики, если бы бегемотиков было так же много, как муравьев, если бы они были все вместе, в одной куче, представляете себе, что бы это был за грохот и топот? И гул, и гам, и бум, и тарарам, и ужас, что такое. И подумав об этом, и представь себе это, бегемотик пошел дальше. Один одинешенек. Совершенно один. Дальше были пчелы. Их тоже было очень много. Их было только чуточку меньше, чем муравьев.
Они весело жужжали, и они были все вместе, и они никого не боялись. Ах, если б бегемотиков было столько же, сколько пчел, подумал бегемотик. Нет, это невозможно. Это был бы грохот и топот, и гул, и гам, и еще тарарам. И одинокий бегемотик, совершенно один, пошел дальше. Потом он увидел кроликов. Их было, пожалуй, не так уж много. Всего только 100 человек. Ах, как им было весело! Как им было весело! Но 100 бегемотиков... Нет. И бегемотик грустно пошел дальше. Один бегемотик. Один-одинешник. Совершенно один. Дальше были цыплята. 15 пушистых цыплят, которым было просто отлично. Так они дружно пищали, и дружно клевали, и дружно подскакивали, и дружно подпрыгивали. Но 15 бегемотиков, какой это грохот, и топот, и гул, и гам. Кукареку! Оказался еще один бегемотик. Один-одинешник. Совершенно один. Один бегемотик. И один бегемотик. Это два бегемотика. Это два друга. И это так хорошо. Так хорошо, что просто отлично. И при этом совсем-совсем тихо. Только иногда. Только изредка. Ну, всего только 7 дней в неделю. Бывает и грохот. И топот, и гул, и гам, и еще тарарам, и волосы дыбом, и гром и молния, и землетрясение. Но это так замечательно.